Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу, как скачать чит Splash. Кто не знал, кстати, у меня появился сайт. Вот сейчас можете увидеть его на экране. Также, кстати, ссылочка будет в описании. Значит, смотрите, первым делом, что я хочу вам показать, это вот как получаются скрипты. Вот есть кнопочка скачать на всех скриптах. Тут режимы всякие разные. Конечно, режимов еще немного тут. Ну, то есть скриптов на режимы. Но они с каждым днем все добавляются. Но в основном самые основные там скрипты для популярных режимов уже есть. Так, ладно, давайте приступим. Нажимаем кнопочку скачать. Нас перекидывает на следующую страницу. Нужно еще раз кнопочку скачать нажать. И вот он скрипт. В принципе, как видите, получать очень просто. Даже я бы сказал, слишком просто. Вот, потом просто копируете этот скрипт и вставляете, получается, в чит. И все. Не нужно ни на какие сайты переходить, тому подобное. Вот, так что пользуйтесь. В принципе, сайт именно был создан для вас, чтобы было вам это удобно делать. Также здесь есть поиск. Давайте, допустим, напишем, ну, Пигги. И посмотрим, найдет он или нет. Да, как видите, нашло. Отлично. Так, ладно, заходим, значит, эксплойт. Здесь есть два часа, получается, стар и сплэш. Вот, в принципе, вы можете скачивать какой хотите, но сегодня именно снимаю ролик, как скачать сплэш. Тут немножко чуть посложнее, но сейчас, в принципе, все объясню. Значит, нажимаем кнопку скачать. Далее еще раз нажимаем. И скачивание чита происходит через Telegram. Если Телеграма нет, установите, в принципе, там несложно, зарегистрируйтесь. Нажимаем на кнопочку «Открыть приложение». Все, вот у нас открылось. Далее, что нам нужно сделать? Найти ссылку на скачивание, значит, здесь она где-то должна быть. По идее, сейчас точно вспомню, как это делается. Вот, нажимаем на кнопочку тут. Здесь, если не ошибаюсь, короче, пишем через черточку старт. Да, все отлично, правильно. Далее нажимаем кнопочку скачать сплэш. Все, ссылка появляется, мы нажимаем перейти. Также советую отключить антивирус, чтобы он не мешал установке чита и потом в дальнейшем его работоспособности. Здесь нажимаем кнопочку разрешить. Также сейчас, кстати, покажу, как потом отключить уведомление. Если оно вам будет приходить, это несложно, все делается. И довольно просто. Так, далее нажимаем пропустить рекламу. Все, скачивается, получается, RAR файл. Так, сейчас выйду из полноэкранного режима. Все, отлично. Далее показать все. Сохранить. Все равно продолжить. Все, отлично. И давайте сразу покажу, как отключать уведомления. Значит, заходим в настройки. Далее, конфиденциальность и безопасность. Настройка сайтов. Уведомления. Листаем вниз. И либо удаляем, либо блокируем этот сайт. В принципе, как вам удобно, без разницы. Все. И уведомления вам после этого больше приходить не будет. Так, нажимаем «Показать в папке». Открываем папку. Вот здесь есть сплэш. Это пока что бустапер. Вот, кто не знает, что это такое. Это, короче, приложение, которое автоматически обновляет чит, если выходит какое-то обновление. Так, давайте создадим папку. Просто пока без названия. Перекидываем сюда вот этот файл. Здесь, получается, его запускаем. Так, нужно написать yes. Все, сейчас идет, получается, установка. Ждем, пока завершится. Все, отлично. И дальше нужно нажать на любую кнопку на клавиатуре. Нажимаем. Ждем, вот сейчас чит запустится. Он уже прогружается, вот. Что дальше нам нужно делать? Нажимаем вот на эту кнопочку. Не знаю, как она правильно читается. Ну ладно.
Так, тут просит что-то открыть, давайте откроем. И ждем, получается, сейчас, когда загрузится. Пока что все остальное, что не нужно, можно закрыть. Так, и что-то не работает. Сейчас, секунду. Вот, все, отлично, нужно было просто второй раз нажать. Так, а далее, смотрите, получается, вам нужно будет на сайте зайти через свой аккаунт Google, можете там какой-нибудь фейковый создать. Или со своего основного зайти, в принципе, как вам удобно. Вот так и сделаете. Далее вы, короче, там получаете ключ. Его вставляете в чит. Нажимаете Enter. И далее вот у вас, по-моему, так же, как у меня должно быть. Потом нажимаем кнопку Start. Здесь опять разрешить. Ждем, пока загрузится. Чекпоинт нужно пройти. Ждем, пока здесь тоже до конца все загрузится. Нажимаем пропустить рекламу. Здесь, получается, ждем 5 секунд. Два раза. Вот, первый раз подождали. И сейчас второй раз. Ждем 5 секунд. Нажимаем. И сейчас должен запуститься чит. Все, как видите, сработало. Отлично. Так, перемещаем его на середину, чтобы было удобней. А также, получается, делаем все то же самое, чтобы отключить уведомление, чтобы оно вам не приходило. Все, готово. Все остальное можно, в принципе, закрывать. Сайт пока мы оставим. Так, давайте зайдем в скрипты. Сразу заранее. И давайте пойдем, ну, в Tapping Legends. X, я думаю, можно зайти. Получается, копируем название. Пишем в поиске. Здесь есть, получается, три скрипта. В принципе, какой вам больше по душе подходит, можете тот и использовать. Ну, вот давайте попробуем вот этот использовать, самый первый, который. Получаем сейчас сам скрипт. Все, отлично. Копируем. Далее вставляем в чит. И заходим теперь в игру. Так, давайте также настройки посмотрим, что здесь есть. В принципе, здесь самые основные функции. Также советую включить Inject версии 2.0, потому что у большинства Inject не проходит автоматически. Лучше включить версию Inject 2.0, с ней все получится. Fix Kick Error, ее тоже включаем, потому что это довольно важная функция. Это чтобы вас не кикало с игры и не показывало ошибку. Короче, если это произойдет, то в следующий раз в режим, в игру, вы сможете зайти только через час. Так, все, музыку убрал. Отлично. Далее качество на максимум, заходим. Так, давайте еще настройки откроем. Здесь также есть, получается, 5 DLL, можете использовать, в принципе, какого вам по душе. Также тема есть, получается, синяя и темная. Также здесь можно включить русские подсказки, auto-execute, auto-inject. В принципе, все по желанию делайте, как вам получается удобно. Также, если мы нажмем на правую кнопочку, так, не сюда зашли, на правую кнопку мыши, на вот эту вот шестеренку, здесь откроются полезные функции, это Kill Roblox, Reinstall, Multiplayer и FPS Unlocker. Вот. Так, ну, в принципе, давайте тестировать. Нажимаем на кнопочку Inject. Ждем, пока сейчас произойдет проверка обновления всех DLL. Все, отлично. И далее ждем, когда мы с вами заинжектимся. Все, инжект прошел. Также иногда такое бывает, то, что вот это вот окошко, которое появляется, оно висит довольно долго, там минуту-две, если у вас такое происходит. Смотрите, что нужно сделать. Наводитесь на иконку Роблокса, вот здесь появляется вот такое окошко. И также, если у вас то окно не пропало само, у вас будет еще дополнительное окно. И через крестик вот этот вы его, получается, закрываете. Далее нажимаете кнопочку еще раз Inject,
и у вас получается заинжектиться. Так, ладно, давайте активируем уже сам скрипт. Вот он появился, как видите. И смотрим, какие функции здесь работают, какие нет. Как видите, автоклики работают. Все четко. Автореберсты. Здесь можно, получается, выбрать, сколько мы хотим сделать реберстов. Вот сколько у меня доступно, надо посмотреть. 10b. Окей, давайте найдем 10b. Так, неудобно, конечно, листать. Нужно этот ползунок поймать. Вот, все, поймал этот ползунок. Вот 10b выбираем. И включаем. Как видите, отлично. Реберсы у меня сделались, и клики списались. А также автооткрытие яиц. А сколько вот это яйцо стоит кликов? Так, почему-то не вижу. Так, давайте посмотрим как-нибудь. Очень много народу. 25Т. Окей, значит, давайте одеваем лучших питомцев. Включаем автоклики. Не знаю, сколько мне так кликать придется. Может быть, мне уже хватает. Давайте попробуем открыть. Да, у меня хватает. Значит, сейчас будем проверять автооткрытие, как оно работает. Так, здесь получается нужно выбрать, сколько вы хотите открывать, одно или три яйца сразу. Давайте попробуем три. Не знаю, возможно, это с геймпассом работает, возможно, и нет. Сейчас, в принципе, просмотрим. Select tag, выбираем это яйцо, как называется. Ну, скорее всего, 25 миллионов. Да. И включаем. Так, открытие идет, нет. Нет, открытие не идет. Короче, или... Ну, кстати, добавляются питомцы, как видите. Значит, скорее всего, тройное открытие, да, все, отлично. Оно не сразу показывает, вот. Чуть подождать нужно, все, как видите, отлично. Получается, Game Pass вам не обязательно покупать, чтобы было тройное открытие. Хотя, возможно, оно здесь и бесплатно, ну ладно. Все, в принципе, одеваем самых лучших. Давайте посмотрим быстренько, какие здесь еще функции есть. Auto Deleted Pet, в принципе, тут легко. Убираете название питомца, которого вот здесь хотите вот удалить. И далее включаете функцию, он у вас автоматически удаляется. Auto EQ Best, это кнопочка, получается, одеть лучших питомцев. Советую все-таки, наверное, использовать через саму GUI, именно в игре. Вот здесь кнопочка находится. Потому что я помню, один раз снимал скрипт. Тут, короче, я ее включал, и у меня питомцы постоянно, короче, одевались там раз в секунду. Ну, то есть, ну, неприятно то, что там перед глазами мельтешит. Идем дальше, здесь тема. Тут, получается, просто цвета выбирать, какие вам нравятся. Можете все, что угодно сделать. Ну, в принципе, все. Я думаю, все показал, все хорошо объяснил. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. С вами, как всегда, был Эйзбан. Всем удачи и пока.